сноуборд. Джейми Андерсон вошла в историю как первая победительница в слоупстайле на Олимпийских играх. Многократная победительница X-Games подтвердила свой статус главной фаворитки на Олимпиаде в Сочи. Несмотря на то, что после финального прыжка она одной рукой дотронулась до горы приземления, ее высочайших оценок хватило для того, чтобы обойти финку Энни Рукоярви. Также стоит отметить отличную вторую попытку многоопытной Дженни Джонс из Великобритании. Ее бронза стала первой медалью на этой Олимпиаде в копилке британской команды.